Национальный экологический фонд России представляет. Объявляем посадку деревьев в сад мира. И я хочу объявить в обязательном порядке, что в посадке деревьев мира принимает участие Александр Иванович Лазуткин. С 2019 года по настоящее время председатель наградного комитета Национального экологического фонда. Герой Российской Федерации. Летчик-космонавт Российской Федерации. Награжден медалью «Золотая звезда» Герой Российской Федерации. Указ президента Российской Федерации 370 от 10 апреля 1998 года. Награжден медалью НАСА за космический полет NASA Space Flight Medal и медалью НАСА за общественные заслуги NASA Public Service Medal. Первой космической миссией Александра Лазуткина стал полет на Союзе ТМ-25, на котором он был борт-инженером. Союз ТМ-25 – российский транспортно-пилотируемый космический аппарат из серии Союз ТМ, на котором в 1997 году осуществили экспедиционное посещение орбитальной станции «Мир». Та полугодовая космическая экспедиция «Лазуткин» в составе международного экипажа, в который входили немцы, американцы, считается одной из самых экстремальных в истории человечества, за что попала в книгу рекордов Гиннесса. Полет состоялся в 1997 году, в один из самых непростых для России периодов, но Александр Иванович пережил все благополучно и был удостоен звания героя, а также награжден двумя медалями НАСА. Давайте поприветствуем, можно на сцену Александра Ивановича, чтобы мы не просто услышали, но увидели нашего героя. Дорогие друзья, я вот сейчас слушал вас и думал, ну, наверное, я не такой умный, как вы. Я не занимался этими проблемами, которыми занимаетесь вы и которые вот сделали вы доклады по этим темам, которые вас тревожат. Вот. Но они, как оказалось, созвучны с тем, что я там почувствовал. Буквально несколько штрихов. Когда оказался в космосе, я думал, ну чему я там могу восторгаться? Черное небо, да, оно есть. Звезд много, есть. Земля круглая, думаю, ну я же все это знаю. И даже стало сначала немножко грустно. Пока немножко не пожил там. А пожил, и вдруг однажды я почувствовал, что такое наша Вселенная. Для всех, для вас, вы все знаете, что такое Вселенная. Вселенная состоит из звезд, из галактик, и все это там вращается, и нам говорят, она бесконечна. Но кто-нибудь из вас чувствует, понимает, что такое бесконечность? Бесконечность пространства. Это первое, что я ощутил. Когда посмотрел, вот висит Земля. Слева ничего нет, справа ничего нет, сверху, вниз ничего нет. И все это, бесконечность уходит вниз, вверх, влево и вправо. Я подумал, даже холодок пробежал по спине. Бесконечное количество звезд. Мы, земляне, мы меряем все только тем количеством, которое мы видим. Ну, единственное, может быть, там деньги для нас, это такое умозрительное такое представление. Миллион, миллиард, мы говорим, ой, это много, это мало и так далее, и так далее. Когда вы видите или увидите то количество звезд, которые есть, вы поймете, что такое бесконечное количество. У всех землян здесь, на Земле, есть нормальное понимание мира. Что такое мир? В любом из вас есть. Мир – это ваша планета, на которой вы живете. И меряется она, вот, и вы живете этими проблемами, которые здесь есть на Земле. И планы вы строите.
связанные с Землей, поехать вот в эту точку планеты, поехать сюда, опуститься вот туда на дно, подняться вот на эту гору, подняться куда-то там повыше, посмотреть. Все занимает Земля в вашем и в моем тоже сознании. Но когда я увидел, что Земля ни на чем не стоит, и она является частью того мира, бесконечного мира, первое, что я почувствовал, это досаду от того, что я всю жизнь изучал этот мир, что я, кроме этого мира, я больше ничего не видел. И думаю, жизнь прошла, а я знаю только вот его. Но это маленькая точка в том мире, в котором мы с вами живем. Наша Земля – это точка в мире, в котором мы живем. И тогда сразу стало непонятно, а вот почувствовал эту фразу, которая она тогда уже существовала, что у нас много на Земле. Тогда было 7 миллиардов, и нам говорили, ой, нас много. Надо, чтобы было меньше. И появлялись программы сокращения рождаемости. Тут же, значит, говорили, что надо нам миллиард сохранить золотой. Значит, а все остальные не нужны. Там, после того, когда ты понял, что это точка в мире, в котором мы с вами живем вместе с Землей, то ты понимаешь, что нам мало даже 8 миллиардов людей. Потому что этот мир надо изучать, а не тот, который на Земле. И мы с вами все оказываемся в положении, что мы должны каждого сохранить человека, каждого научить, сделать умным, чтобы он решал свои задачи по исследованию окружающего мира. Вот что-то такое в моем мозгу произошло. И после этого я понял, что все проблемы, которые существуют на Земле, конфликты, войны или еще что-то, борьба за то, кто станет богаче, кто станет сильнее, они связаны с тем, что эти люди ходят и смотрят себе под ноги. Посмотрите на небо. Наш мир там, и влево, и вправо, и внизу, а не только то, что вы видите под ногами. А мы продолжаем. Потрясающе, боже. Просто браво. Знаете, мне кажется, что мы сейчас все немного побывали в космосе. Спасибо огромное. Дорогие друзья, в рамках международного проекта «Сад мира» родился он у нас в чудотворном явлении, в знакомстве с Федором Конюховым. Мы посадили 3 яблони у него в творческой мастерской на Садовнической 77. И они чудесным образом расцвели. С этого момента родился международный проект «Сад мира». Мы высаживаем деревья. Из плодовых деревьев ради мира на Земле без войн, без контрибуций, без аннексии и революций. Мы приглашаем весь мир творить добро вместе с нами и высаживать наши аллеи из плодовых деревьев ради мира на Земле. И мы высаживаем дерево мира. Внимание, на экран здесь была буквица, кстати. Колоколит ангел света и зовет на вселенский бал мировый хоровод. И летят весь все концы, друзья. Друзья, секундочку внимания, у нас идет очень важное дело. Это дерево мира.
в рамках проекта «Сатмира» на платформе возможностей «Творим добро». Проект родился с Федором Конюховым, и мы вместе объединились ради. Дети, съемки. Развивается над очагами света, над святилищами, твердынями прекрасного. В духе и сердце оно не опущено. Светлым огнем сердце процветет знамя культуры. Да будет